Всем доброе время суток. У каждого свое. У нас сейчас обед. Двигаемся к вечеру. Я Бренич Марина, выпускница третьего потока курса Никиты Бурлакова «Гипноз, самогипноз, слиперство». Я благодарю Никиту за то, что он организовал этот курс. Все продумано до мельчайшей детали, все очень доступно, весь процесс обучения. Вот очень тонкий такой подход, индивидуальный каждому обучающемуся. Я встретила очень много интересных, прекрасных людей, очень дружный коллектив. Вот я называю коллектив светлячков во главе командора Никиты Бурлакова. Вот, Никит, благодарю за то, что Вселенная дала мне тебя встретить, за то, что я смогла развить свой духовный мир. У меня очень большой опыт жизненный в духовном развитии. И сейчас это было прекрасное продолжение. Я получила такие тонкие, мощные инструменты новейших технологий. Найти ответы на все вопросы жизненные каждого человека. Каждая душа, которая хочет проснуться или уже проснулась, ищет ответы, ищет выход к свету. Вот я нашла выход этот вот к свету, который искала вот многие ответы на многие вопросы. Вот я все нашла на этом курсе. Коллектив у нас прям такой сочный летний пейзаж, прекрасный. Все двигались в одном направлении развития, но характер у каждого свой, индивидуальный. Все прекрасные такие люди, образованные, грамотные, такие вот просветленные. Вот, я люблю вас всех, светлячки. Никита вот организовал этот, в первую очередь, это я называю реабилитационный центр для людей. Вот Вселенная кого благословляет на этот курс, они проходят курс реабилитации, проработки вот над собой, все досконально прорабатывают, находят вот в себе все возможное, все ненужное. Вот прорабатываются эти все блоки, весь негативные, все какие-то вот моменты жизненные. Вот так выздоравливает тело не только на тонком плане, но и на физическом. Это прекрасный жизненный опыт без обмана, без фальши, без лжи. Все очень доступно. Кураторы, благодарю вас всех. Вот днем и ночью на связи. Также компьютерщики. Вот тоже днем и ночью на связи. На связи вот эта группа поддержки и учащиеся. Это прекрасный жизненный опыт. Кто хочет для души большего развития, новых инструментов, технологий, не ложась под нож в какую-либо клинику, начинайте с курса Никиты Бурлакова. Вот у каждого свое место силы. Вот я сейчас на природе такой вот. Живая природа – это вот мое место силы. Я вот живу этим. Я живу всем живым. Вот, благодарю вас всех. Благодарю Никиту. Благодарю всю его команду. Всего вам доброго, что вы желаете себе сами, что вы хотите себе сами. И к чему все вы стремитесь. Пока-пока.